Лизинговый фонд поддержки предпринимателей в Башкортостане планирует увеличить до 400 миллионов рублей или в 10 раз. Такую информацию озвучили на заседании Комитета регионального парламента по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным Госкомитета Республики по предпринимательству и туризму, объем лизингового фонда составил в прошлом году 40 миллионов рублей. И эта цифра не увеличилась в течение 3 последних лет. При этом реальная потребность в таких средствах у предпринимателей Башкортостана, по информации ведомства, 500 миллионов. По вопросу увеличения суммы по данному виду господдержки бизнеса направлено обращение в Федеральную корпорацию развития предпринимательства. Попросили корпорацию развития, вот новый орган, чтобы они нам выделили 200 миллионов с тем, чтобы при плече 50 на 50 республику попросить хотя бы в качестве софинансирования увеличить лизинговый фонд. Сейчас такой вопрос и такую работу новый вице-премьер господин Самедов ведет. Я надеюсь, что мы лизинговый фонд увеличим как раз в связи с тем, как правильно сказал Христос, что это достаточно эффективная мера поддержки.